Привет, с вами Ольга Ломака, ваш гид в мире искусства и стиля. Сегодня я нахожусь в Мадриде. Здесь, в музее Тисена Барнемеса, впервые проходит очень значимая и уникальная выставка, посвященная жизни и творчеству французского кутюрье, живой легенды Убера де Живанши. Живанши лично курировал эту выставку и отобрал около сотни самых изысканных творений, которые были заимствованы из музеев и частных коллекций со всего мира. И многие из них никогда ранее не выставлялись. Убер Живанши родился в 1927 году в аристократической семье. После смерти отца его воспитанием занималась мать и бабушка, которые привили Юберу любовь к тканям. В 17 он отправился в Париж, где перенял философию дизайна от своего ментора и наставника Кристобаля Баленсиаги. В 1952 году Живанши основал собственный дом моды, став первым кутюрье, который создавал линию одежды прет-а-порте, причем весьма роскошную. В 1954 году он познакомился со своей музой, восходящей звездой Одри Хепберн, во время ее визита в студии Живанши в поисках идей для костюма ее следующей героини Сабрины. Именно здесь она нашла то, что искала. Более того, в ее будущих контрактах на съемки в кино было вписано требование, чтобы дизайном ее костюмов занимался исключительно Живанши. Почему выставка проходит в Мадриде, а не в родной стране Живанши? Узы, связывающие Юбера де Живанши с Испанией, очень крепки. Его кумиром и учителем был испанский модельер, гениальный Кристобаль Баленсиага. Живанши и Баленсиага были не только коллегами, но и близкими друзьями. Юбер де Живанши был счастлив, что эта выставка откроется в музее Тиссена Барнемеса в Мадриде, где находится богатейшее собрание предметов искусства. Ведь творчество великого дизайнера всегда было тесно связано с искусством. В жизни Юбера де Живанши произошли две судьбоносные встречи с Кристобалем Баленсиагой и с Одри Хепберн. Эти два человека сыграли ключевую роль в становлении дизайнера. От Баленсиаги он узнал, насколько важен кутюрье выбор ткани. Второй важный урок, который он усвоил, всегда придерживаться чистого лаконичного стиля. Вы ожидаете большой успех этой выставки здесь, в Испании? Я уверен, что выставка будет иметь большой успех. Главным образом, потому что она дает возможность увидеть истинные шедевры, созданные последним из величайших кутюрье 20 века. Он основал собственный дом моды в 1952 году, а в 1996 году представил свою последнюю коллекцию сезона «Весна-лето». Мы хотели показать людям ту красоту, что долгие годы создавал Юбер де Живанши.
В чем, как вы думаете, состоит секрет успеха Живанши в модной индустрии? Прежде всего, в творениях Живанши воплотилось все лучшее, что он усвоил от своих наставников. Люсьена Лелонга, Жака Фата, Эльзи Скиапарелли и Кристобаля Баленсиаги. Он бережно относился к традициям высокой моды, классическому элегантному стилю, но при этом был истинным новатором. Свои наряды кутюрье создавал из тканей, которые в то время не использовались в коллекциях от кутюр. У вас наверняка есть любимый наряд в этой экспозиции. Какой? И стоит ли за этим какая-нибудь история? На выставке представлено множество потрясающих экспонатов. Конечно, мы не могли обойти вниманием восхитительные наряды, созданные Живанши для Одри Хепберн. Я хотел бы особо отметить наряды, вдохновленные искусством. Например, те, что находятся позади нас, вдохновлены творчеством Сони и Робера Делане. Эти роскошные образы — жемчужина экспозиции. Нельзя не упомянуть знаковые для дома Живанши черные наряды. Каждый из них я, без сомнения, могу назвать своим фаворитом. Настоящие ценители моды и искусства останутся в восторге от ретроспективы известного модельера. Такое событие нельзя пропустить.